Жарко, скажи. Скажи, очень жарко. Просто адовая температура. Шубейку хочется снять. Сопку снять хочется, да? Ой, моя голёза. О, моя девочка. Ей даже ссориться со мной лень. Так жарко, ей неохота. Даже со мной разборки какие-то. Она даже не шипит на меня. Чи моя голёзая? Моя слядуся, она чуть-чуть похудела. Мы с ней чуть-чуть занимаемся, бегаем, играем. Вкусняха? Смотри, нам Маша какую посылочку прислала. Хочешь? Сейчас я тебе вот так откушу. Смотри. Вот это да. Скажи, Машунь, спасибо. Спасибо, мы жуем конфетуськи. На, жуй. Ну чего ты облизываешь? Она очень-очень любит шоколадные конфеты. Мими, скажи спасибо, Маша. И Мими скажи, передай привет. Мы конфеты едим шоколадные. Между прочим, после 6 даже я накосячила. За 10 дней до инъекции мы с Кирюшей дали мышке вот такой паразитит в суспензии. Она его ненавидит. Ненавидит. Это просто жесть, что было. Я хочу поискать что-нибудь другое, то, что лучше она будет воспринимать. Противоглистные. Ну, так нужно. Глистов у нее нет, по крайней мере, я нигде их не обнаруживала, но это необходимо было сделать, потому что перед прививкой обязательно давать глистогонное за неделю, 10 дней, 2 недели, вот так вот. Все зависит от того, будут ли глисты или нет. Если они будут, то нужно будет повторно через 2 недели еще раз дать препарат. Пришло время уже колоть нашу мышку вот такой вакциной. С тех пор, как мы стали здесь жить, я стараюсь делать сама, потому что мои инъекции от тех инъекций и тех осмотров, что делают местные ветеринары, не особо отличаются. По крайней мере, я еще не нашла хорошего ветеринара для своей кошки. Я сейчас водой для инъекции стерильной разбавлю. Вот, и сниму. В общем-то, это безболезненный процесс. Мышка нормально реагирует. Не бойся, мышь. Вот, представляете, так что наши местные ветеринары очень нечестные, очень недобросовестные. Я знаю, что набивак всегда продавался вместе с растворителем, с готовым. И, в общем-то, он вместе с самой вакциной входил в стоимость. Продали моему парню, сказали, нет, он теперь идет без растворителя. В общем, если вы знаете истину, каким образом продается набивак, напишите в комментариях. Да, мышка, ты готова? Посмотри в камеру. Она готова, Кирилл? Судя по всему, да. Судя по всему. В общем, растворила я 1 миллилитром водички эту вакцину. Ничего страшного не будет. Ну, где ты, мышка? Садись. Садись, моя хорошая. Будет не больно. В принципе, мышка нормально переносит. Ух ты, моя сладенькая. Моя маленькая. В принципе, кошке, ну, не больно, когда ее вот здесь колят. И она себя нормально чувствует. Массажировать место прививки нельзя. Купать кошку несколько дней нельзя. Ну, она у меня... Мордаху ее снимаешь? Она у меня не купальщица, но со сладенькой миниска. Все, все, минишка уже готовенькая. Это у нас в обед в тени под навес. У нас 40 в тени. Мыша. Мыша. Скажи, что происходит? За что? Скажи, за что, моя бедняжка? Да, мучается. Моя кися мучается. А ну-ка такую шубу носить. Вообще у кошек нормальная температура тела. Это 38,5. Но даже для нее это жарко. Моя кося. Ты моя косевица. Мышка моя. Это тот редкий момент, когда мышка мурчит. Она пришла ко мне с утра.
Мой бабосик маленький, моя мышулечка, моя красавица, моя приташечка, моя умница, любимая. Ты моя девочка, ты моя малышка.